Ну вот как вот не снимать тебя? Что тебе? Что ты можешь сейчас что-нибудь сделать? Давай, поиграй, поиграй теперь. Ты посидел у меня 8 минут, теперь давай играй. Теперь будет играть шину на себя. Он же так одевает на шею, так вот и полностью снимает шину. Да, он теперь снимал. На ютубе можете смотреть. Да. О, посидеть решил. То я пошла. Опять сел. Циркач. Ну. Хороший у меня стул, это горшок. Потом мне кто-то спрашивал, когда про белых медведей. Их из цирка привезли, они циркачи? Я говорю, да, конечно, из цирка. Они сами все. Нордик. А ссылку как найти? Он Сергей Летяков. А у меня только с решетками. У меня там канал там тоже. Сергей Летяков, он без решетки снимает. На ютубе. Он без решетки, вот, знаете, вот сюда хорошо. У меня с решеткой. Она, ну, там все наши звери. Ага. Мишка, в основном Мишка делает. Он себе стол купил. Смотри. Обезьянки пошли. Ну что, все, я додумала, ты шину на голову оденешь. Стой. Алтай, а он и смотрит, я с ним разговариваю, смотрит. Ну и что ты, Алтайчик, давай шину на шею. Алтайчик. Алтайчик. Алтайчик, Алтайчик. Красавец, ну давай. Поиграй. Нехороший мальчик. Ты ушла, он что ее снимать, он придется нам не на Сэма переходить. О, какая, ну, да. Она, какая она толстая, боже мой. О, какая. Алтайчик. И главное же, вот он понимает, он поворачивает морду и понимает, что с ним разговаривают. Алтайчик, я пошла. Алтайчик, пока-пока. Пока. А это он. Он что? Ну то я. Ну то я.